Всем приветики. Давно я уже хотел сделать рум-тур. Ну и вот, наконец-то, решился его сделать. Это, получается, у меня в зале сейчас. Но в зал мы еще вернемся. Думаю, нужно начать с балкона. Поэтому выйдем с вами на балкон, потом вернемся сюда. Ну, как бы с этого конца пойдем по всей квартире. Такой вот он балкон. Отсюда начинается... Вот. Вот он, наш балкон. Текс. Ну, как бы там просто негде развернуться на том балконе. Он очень маленький, то есть его особо и не покажешь. Балкон очень маленький, его особо не покажешь. Вон мой балкон, получается. Там он находится, его особо и не покажешь. Там негде стать, чтобы его весь показать. Ну, как мог, так я показал. С этой стороны у меня стоит коробка. От колонок моих, это мне колонку, это коробка от микролабов моих, вот этих, вот. Эту колонку мне подогнали на время, чтобы я тут немножко пошумел, но она мне не понадобилась, старая, советская, мощная. Правда, она немножко уже не такая, какая должна быть, немножко подгоревшая. Вот, но тем не менее, но я и особо не пользовался. Хватило мне мощи и вот этих вот колонок. Вот. На балконе я особо ничего не делаю. Там иногда бываю. Вот, колесо от велика стоит. Он, кстати, сразу не сказал. Вот это вот колесо от велосипеда моего. Вот он мой велосипед. Переднее колесо как-то там проколол, менял. Но оригинальное вот это вот лучше, чем замененное. Оно постоянно спускается. Вот. Здесь еще баночка в ней. Есть какие-то документы, типа платежные такие вот. Какие-то, где много моих личных данных. Я туда кидаю, там сжигаю. Это банка для, короче, утилизации. Коробка. Ну и все, так я особо на балконе ничего не делаю. Ну вот. Насос для велосипеда. Здесь живет та самая гусеница, которую я тогда нашел. Как у нее, кстати, дела сегодня? Спит и переползла. В прошлый раз, когда я вам ее показывал, она была в этом краю, а теперь посередине. Ну, ползает потихоньку. Вот. Мой ноутбук, с которого играют колонки. Две колоночки. Вентилятор. Ну, телек есть, я им не пользуюсь. Вот. Ну, велик. Велик мой я никогда не показывал свой. Это для него специальная постилка, чтобы когда я, ну, просто мне его негде ставить. И я, когда приезжаю, его ставлю сюда, и чтобы если там был, например, дождь, грязь, чтобы все на ковер не текло, клеенку постелил. Вот, и на нее все стекает. Такой вот зал у меня. Тоже как-то хочешь показать, кажется, что и места не хватает, если именно все показывать. Вот, потом такая стеночка. Надо, наверное, перейти на ту сторону, чтобы лучше было видно. С этой стороны мы уже были. Вот. Так вот выглядит зал с этой стороны.
Вот он мой зал. Велосипед, стеночка моя такая. На ней все расположено. Диван. Я на нем раньше любил спать. Сейчас я уже здесь редко сплю. Вот. Редко сплю, сейчас в спальне сплю. Раньше постоянно вот здесь вот спал. Ложился сюда, такой здесь головой лежал. Есть немножко этих штук, экспандеров. Даже есть эта штука, чтобы пресс качать. Но я ими особо не пользуюсь никогда. Вот такой вот зал у меня. Можно даже его отсюда показать. Вот. Залик такой. А как-то и маленько все кажется. Казалось, когда будешь снимать, ну, что все будет видно, оно как-то плохо не вмещается в кадр. Ну, то есть, вся комната, чтобы показать, нужно со всех углов так обойти, чтобы ее видно было нормально. Вот так, чтобы встать в какой-нибудь угол, например. Чтобы была видна вся комната. Так вот. Вот. Здесь даже картина какая-то есть. Это мой коридор. Вот он мой коридор. Здесь мой приборчик, который я купил, но так и не собрал. Когда-нибудь я его соберу. Раз я его все-таки купил, но не собрал до сих пор. Когда-нибудь я обязательно соберу. Вот оно зеркальце. Я периодически в него смотрюсь, когда ухожу. Вот он мой коридор. Шкафчик. Здесь обувь. Одежка. Вот. Так. Вот он весь мой коридор. В этом мешке я всю макулатуру складываю. Всякие газеты, журналы там. Какие-то картонки, упаковки. Все туда. Потом все это сдам. Во-первых, и денежка какая-то. И типа природе польза меньше будет вырубать деревьев. Вот он мой модем работает. Там спальня. Ну и вот, в общем-то, вся моя прихожая. Вот она так выглядит. Текс. В общем-то, вот она вся. Ну, а дальше, где я провожу больше всего времени, это, конечно же, спальня. Здесь у меня творится немножко бардак. Вот мое рабочее место. Я сижу в основном за компьютером у себя. А здесь я сижу, так как я сижу много, у меня даже есть подушка, чтобы я не сильно уставал, но я все равно сильно устаю. Вот он мой компьютер. Здесь я сижу, там что-то делаю. Наушники такие, в этих я играю в основном, когда веду трансляции. Эти просто лежат на столе, когда что-то слушаю. Потому что эти как-то в них неудобно, они как-то большие, они как-то на уши сильно давят. Но для игры сама норм, как бы, для трансляции. Я просто послушать вот эти беспроводные, когда покупал, но сейчас ими не пользуюсь. Вот. Такой вот столик мой. И самое, у меня так подключается, интересно, идет отсюда провод, выходит сюда, это сетевой фильтр, вон он. К сетевому фильтру подключен бесперебойник, вот он. Кстати, там так показывается все интересно. Типа, опа, упала случайно. В общем, показывается нагрузка, сеть, все показывается. И, в общем, от сетевого фильтра идет, подключается бесперебойник. К бесперебойнику подключается переноска вот эта, а от переноски только идет все в компьютер. То есть, если обрубается сеть, включается бесперебойник. Ну, то есть, бесперебойник и так от сети, он может к сети быть подключен, защищается, ну, как бы, от перегрузок, от обрубания. Ну, то есть, когда свет врубается, по-любому комп работает. Но если вдруг какие-то неполадки, замыкания, то сначала на фильтр все это придется сетевой, а только потом на бесперебойник. То есть, я компьютер защитил бесперебойником, а бесперебойник защитил сетевым фильтром. Вот сейчас компьютер подключен, можно даже сейчас дернуть из сети. Это вот свет, а это вот сам компьютер. Все. Компьютер работает от бесперебойника. Вот бесперебойник пищит. А компьютер все равно работает. То есть, есть время, где-то минут 5.
все включаем обратно. Минут 5, пока ты что-то... Ну, если просто вот запущена какие-то программки, то минут 5-10 у тебя есть. Но если там игра идет какая-то вообще жесткая, то минуты 2, наверное, у тебя только есть. Если, а если компьютер вообще сильно загружен, то, наверное, вообще минута. Ну, вот так что это мое место, где я сижу в основном. Здесь у меня, конечно же, бардак. Здесь кровать, где я сплю потом. Вот, здесь у меня как бы такая... Ну, как мастерская, что ли. Здесь все, что я покупаю, я все здесь как бы делаю. Это у меня получается. Здесь вот у меня лежит усилитель. Здесь для него блок питания. Переходники для него. Все это отвертки. В коробочке этот усилитель пришел. Здесь тестер. Всякие вот эти вот переходники, провода, динамики, блок питания. Кислота для паяльника. Это чтобы протирать камеру на телефоне перед каждой съемкой. Кстати, я это делаю. Она тут и лежит недалеко, потому что вот моя съемочная площадка. Вы, ну, те, кто смотрит распаковки на канале, тот видел, что есть у меня такая штука, как белый фон при распаковках. Он берется вот отсюда. То есть я ставлю вас сюда, ну, грубо говоря, вот так вот. И вы смотрите вот так вот какую-то распаковку. То есть все это таким вот образом работает. Здесь у меня штатив. Рядом протиралка для камеры. И здесь я снимаю. Вот. Когда сплю, мне удобно. У меня здесь руку протянул. Лампу включил, выключил. Здесь ночник включил, выключил. Вот. Здесь у меня все, что я покупаю. То есть купил видюху, коробку сюда, купил звуковуху, коробку сюда, купил тестер, коробку сюда, купил мышку, коробку сюда. В общем, все, что покупаю, все сюда складываю. Там купил вот пистолетик, там ножик, вот оно все здесь. Ножик, что я покупал, пистолетик, что я покупал. В общем, все здесь, паяльник. Ну, все, в общем, здесь, вот оно все. Все здесь. Это, кстати, я еще один усилитель... Когда покупал, так я его не опробовал. Вот усилитель. Вот к нему идет питание. Не обычный блок питания, трансформатор. А вот этот усилитель динамик идет. Надо, кстати, тоже будет это все затестить и сделать видос о том, как это все работает. Вот здесь моя одежка. Все, что я редко одеваю, лежит в шкафу. Все, что я часто одеваю, лежит здесь. Типа оделся быстро и пошел, чтобы не лазить постоянно в шкаф. Вот такая спальня у меня. Зеркальце перед выходом тоже можно посмотреться. Такая вот спаленка. Правда, здесь... Не, здесь все норм, как бы. Единственное, что вот здесь немножко бардак. Вот это все надо было бы как-то прибрать. Вот. Такая вот спаленка. У меня. Вот. Таким вот образом все у меня тут выглядит. Здесь столик, где у меня все лежит. Шкафчик. Дверь, которая не закрывается. Поэтому на ней носок, чтобы закрывалась. И самое интересное, раз обои, два обои, три обои. Три разные обои. Вот прикол. У кого такое? Такое только у меня, наверное. Три разные обои расположены в одной комнате. И такое бывает, да. Когда обои слишком много. Да. Такие вот делишки. Так. Это, в общем-то, спальня. Вот она, спальня. Такая вот. Ну, а дальше остается ванна. Здесь у меня как бы такой. Здесь обычно ничего не лежит, это просто картошку купил. Сейчас там картошкой два мешка картошки было. Один еще не съеденный, вторую половину съели. Вот. Такие вот дела. Тут вот ванна. Кстати, там и наверху еще что-то есть. Но я туда никогда не лазил особо и даже особо, ну, не знаю. Вот. Кстати, тут такие красивые цветочки есть. Такое вот все. Так, здесь машина стоит, какие-то порошки, что-то вот все такое. Так,
Ванна немножко обшарпанная. Вот. Зеркальце. Ну, вот такие вот дела. Да. Ну, здесь особо нечего смотреть. Туалет. Тоже здесь особо нечего смотреть. Так. Особо тут нечего рассматривать. Вот. Идем дальше. Здесь у меня кухня. Ну, на кухне много всего. Шкафы. Тарелки. Даже, наверное, лучше освещение дополнительное включить, чтобы было видно все. И начать сначала. Вот у нас все такие шкафы. Тарелки, кстати, удобно. Тарелки помыть, сразу в раковину стекают. Какие-то кастрюльки. Вот, микроволновка, часики, китайские, которые я покупал. Все это вот оно стоит. Здесь все такое. Ну и все, вот она кухонька. Вот она с этой стороны, глянуть на нее. С этой стороны такой вид другой какой-то такой получается уже. Совсем другой какой-то. Вот оно все. Такие вот делишки. Вот. Так я и живу, поживаю. Вот оно все. Такие вот дела. Вот он мой рум-тур. Так что вы все видели, как я живу, как я обитаю. И как все у меня тут обстоит. Но основное мое местоположение вот, конечно же, да. А по остальным комнатам я хожу по надобности. Это моя парковочная площадка и все такое. Вот. Так что как-то так. На этом все. Всем покедова.